Врачи, медсестры, младший медицинский персонал – все эти люди каждый день делают одно общее дело – спасают жизни людей. В канун профессионального праздника чествовали лучших, почетные грамоты и благодарственные письма были вручены от Министерства здравоохранения, Московской областной думы и Одинцовского района. Одинцовский район гордится своими медицинскими работниками, сотрудниками. И всегда рады вас видеть и сегодня. То, что для вас такой подарок, подарок от главы района Андрея Робертовича Иванова. Он хочет, чтобы вы сегодня, после рабочего дня, чтобы у вас было хорошее настроение. И желал вам всем передать лично, чтобы ваше здоровье не подкачало вас. Счастья, здоровья, любви. И вы у нас самые лучшие. В муниципалитете несколько крупнейших лечебных учреждений. Ежедневно за помощью к врачам обращаются сотни пациентов, и каждому оказывается высококвалифицированная помощь. Надо отметить, что большая работа проводится в профилактическом плане. Повсеместно идет популяризация здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и обязательной диспансеризации. Только в тесном тандеме врач-пациент возможен положительный результат. Самое главное в жизни любого человека – это здоровье. Тогда есть желание жить, творить, решать проблемы. Поэтому в этот день замечательный, солнечный, летний, хочется одного им пожелать – это успехов профессиональных и личных. И, конечно, здоровья их и их близким. В медицине нет случайных людей. Здесь работают по зову сердца. Самое большое счастье для врача – здоровый пациент. Наверное, более лояльной, гуманной и человечной профессии нельзя найти. Это врач. С моей точки зрения, это без пафоса самая важная и нужная профессия. Потому что, когда человек болеет, для него ничто не в радость. Ни деньги, ни успех, ничто. Вот. И когда он болеет, он идет к нам. И когда ты помогаешь человеку, в состоянии ему помочь, ты получаешь такой позитив, такие положительные эмоции, которые несравнимы ни с чем. За последние годы в системе здравоохранения произошли существенные изменения, отлажена маршрутизация пациентов, завершились работы по реконструкции детской больницы, началось строительство новой поликлиники Одинцовской ЦРБ. И это только начало, отмечают руководители лечебных учреждений. Сегодня, конечно, и в районе очень много делается для здравоохранения. И то, что сейчас у нас будет новая районная больница, реконструкция старой, отремонтированное детское отделение. Вы знаете, все идет поступательно, и, конечно, хочется, чтобы в дальнейшем у нас были современные, оснащенные учреждения здравоохранения. Врачами не становятся, ими рождаются. Только свыше дается дар возвращать здоровье и надежду на полноценную долгую жизнь. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».